Господин президент Касым-Жомарт Кемелевич, я Сайлау Алтынбек Галымжанович. Хочу к вам обратиться как к гаранту Конституции. В своем послании вы говорили, новый Казахстан – это в первую очередь справедливый Казахстан. Я прошу вас помочь в справедливом расследовании в убийстве моей матери Муздакбаева Алтынай. Эта трагедия произошла 11 июля 2022 года в Северо-Казахстанской области Жамбылского района, село Бауман. Моя мама неподалеку от деревни собирала ягоды. В этот же день наш доблестный участковый инспектор, майор полиции Альтиев Кабай и житель села Ласени Сергей в нетрезвом состоянии выехали на охоту, где есть свидетели, что вместе с ними выпивали спиртные напитки. 11 июля эти преступники застрелили мою мать и скрылись в неизвестном направлении. На тот момент моя мама успела позвонить своей подружке Канафин РСТ и сказать, что в нее стреляли из белой машины и уехали. На данный момент идет судебный процесс, где участкового Альтиева Кабая и жителя села Ласения Сергея судят по разным статьям. Участковому дают бездействие о службе и уехали. На данный момент идет судебный процесс, где участкового Альтиева Кабая и жителя села Ласения Сергея судят по разным статьям. Участковому дают бездействие о службе, а Ласения Сергея судят по убийству не по убийство по неосторожности. Но хотя можно им дать групповое убийство, где в обвинительном акте написано у Ласени Сергея четко, ясно, под управлением Альтиева Кабая марки ВАЗ-2107 произведен выстрел Ласени Сергея в гражданку Муздакбаеву Алтынай. Четко, ясно написано, можно уже дать групповое, как бы, скрытие улики есть, участковому несколько статей можно повешать. Я не согласен с статьями, которыми сейчас их судят. В крови у Альтиева Кабая и Ласения Сергея не обнаружен алкоголь. Это неудивительно, что участковый, пользуясь своим служебным положением, подменил результаты. Я прошу вас помочь мне в расследовании и добиться справедливости.